Всем привет, друзья! Заказал я экшен камеру. Заказал вот такую посылочку. Сейчас буду распаковывать, показывать вам. Заказал ее на AliExpress. Вот так она пришла. Так вот запакована. Но перед видео хочу всем вам пожелать, чтобы ваши мечты сбывались. Что, приступим к распаковке камеры. Итак, заказал я ее где-то 16-17 дней назад. Ну и ждал ее 16 дней. Сейчас будем смотреть, как она у нас запечатана. Камера у нас Yeken S6H. Видите, одна упаковка в сторону. И вот еще в такой упаковке тоже запаковано с пупырышками. Что при транспортировке получается, чтобы камера, чтобы не сомнялась упаковка, это коробка. Так, аккуратно так разрежем. Потом в дальнейшем можно будет еще использовать вот эту упаковочку. Как бы в своих целях. Как говорится, я давно уже мечтал про экшен камеру. Вот наконец я ее купил. Вот так вот хорошо они запечатали. Смотрите, какой слой. Ого! Вот она, друзья, долгожданная камера. Это все уберем в сторону. Еще в таком пакетике, смотрите. Итак, друзья, Yeken 4K Action Camera. Вот, смотрим, друзья. Вот такая вот камера. Получай IPS, Dual Screen, 170 градусов обзорность, HDMI. Можно погружать камеру 30 метров, в воду в 30 метров. Long life battery. Здесь пишет IEIC. Камера, она снимает, получается, и фоткает на 14 мегапикселей камера. Wi-Fi еще есть в камере. Dual screen. Ну ладно. Камера называется Yeken A6S+. Вот еще раз показываю упаковочку, друзья. Made in China. Ну и открываем. Так, друзья. Ага. Здесь две коробочки получается. В одной коробочке камера, а в другой коробочке, сейчас будем смотреть, должны быть всякие крепления. Вот так вот для пальца удобно брать, чтобы вытащить. Камеру пока в сторону. Посмотрим, какой комплект камеры. Вот смотрите, сразу вот такой вот логотипчик. Такая вот карточка камеры. Итак, а здесь... Ага, здесь тоже... А, и пульт еще есть. В этой камере еще пульт есть. Но это чтобы для удобства. Например, чтобы раз за разом не это... Не нажимать на камере. С пульта себе нажал. На красная кнопочка получается пульта. Это видео, а серый это фото. Пока в сторону. Итак, шнур для зарядки. Дальше идем. Потом такой ремешок, чтобы на руку для пульта. Так, дальше у нас... А, это чтобы камеру привязывать. Вот такие тоже какие-то хомутики. Тоже в комплекте положили. Друзья, идем дальше. Вот смотрите, вот так вот камеру сюда привинтил, вот так поставил и все. Получается такая тренога. Молодцы китайцы, вот положили еще такую треногу. Спасибо им большое. Так, идем дальше. Такое вот крепление.
Тут и на велик можно, и вместо регистратора можно вот такое крепление в камере. Идем дальше. Это вот винты фиксирующие. Это тоже вот сюда закручивать камеру получается и винтом для фиксации. Идем дальше. Еще такое вот крепление. Еще такое же крепление. Смотрите, два крепления одинаковых. В случае чего, если одно поломалось, то еще запасное есть. Такой, я бы сказал, друзья, богатый комплект. А вот это на велик, на руль, на велосипед. Вот такое еще, смотрите. Ну, это мне нравится. Так, друзья, идем дальше. О, вот это получается, чтобы не в аквабоксе, бо камера изначально идет в аквабоксе. А это получается, чтобы сразу камеру так без аквабокса. Тоже хорошая такой... Такая рамка. А, черная рамка вот тоже. Здесь вот все включается. Все. Рамка, спасибо вам, китайозы. Ага, это тоже. Вот это получается двухсторонний скотч. Получается, его когда содрать, то получается тоже можно что-то прилепить. Или камеру, или что. Накрепление, и все. Да, ага, вот так сюда смотрите, друзья. Ага, вот так вот оно запихается как-то. Ну, не буду запихать вот так сюда, и потом прикручиваешь себе, и все, и камера на том скотче будет держаться. Так, друзья, идем дальше. Еще один винт. Еще вот такое маленькое крепление. Такое маленькое крепление. И еще тоже такое же, еще одно крепление. Два таких крепления. Получается, два таких и два таких. Ну что ж, братва, друзья, ну и к самой камере перейдем. Она сразу вот запечатанная получается в аквабоксе, камера, смотрите. И вот еще пульт. Значит, как я говорил, красное это фото, а серое это когда нажимаешь, то это уже видео снимать. Вот смотрите, вот такой пультик. Ну вот на этот ремешок он одевается, и все, на руку. И все это тоже в сторону. Вот сама камера, друзья. Итак, будем пробовать открывать ее. Екен. Ну. Вот она, друзья. Китайская. Ну, дальше буду уже вылаживать видео на эту камеру. То будем смотреть, как она в работе, эта камера. Такая маленькая. Я бы не сказал, что большая. Ну, сейчас будем открывать, будем пробовать. О! Вот так она открывается, смотрите. Опа. А так она открывается. И вот так мы ее достаем. Аквабокс. Лучше, друзья, просто если хотите, например, под воду, то лучше без камеры просто закрыть аквабокс и опустить там, например, на метр, на 2, на 5 метров. Ну, как получается. Чтобы просто посмотреть. Если вода туда, как бы в аквабокс не зайдет, значит можно смело камеру туда ложить. А если зайдет, то лучше не снимать под водой. Вот такая камера. Итак, друзья, вот смотрим. Такая вот камера. Итак, сверху включение-выключение получается. Не, вот здесь включение. Здесь включение. Кнопка включения. А здесь просто сразу нажимаешь, чтобы снимать. Здесь такие тоже микрофон, скорее всего. Да, микрофон. Здесь Wi-Fi вот тоже. Сразу переходишь в Wi-Fi. Дальше у нас, если смотреть на камеру, экранчик у нас тоже такой довольно нормальный экранчик, смотрите. Сейчас будем еще включать и будем смотреть, какие там функции есть. Ага, под флешку. Под флешку еще. И потом под зарядку, под шнур. И HDMI тоже. Под шнур. И под зарядку. Все, друзья. А, и вот еще один экранчик. Получается, на маленьком экранчику идет пленка, и на большом экранчике тоже наклеена пленка. Хорошо. Вот такая вот камера. Что ж, пробуем включить, друзья. Так, ага, надо, наверное, подождать. Включили. Подождали. Все, камера включилась, друзья. О-о-о. Пишет, нету карточки.
Ага, нету карточки. Нету карточки. Ага. А как у нас? Ну хорошо, тогда смотрим батарейки чуть-чуть. Ага. Посмотрим, как меню. Ага, вот меню, смотрите, друзья. Вот у нас меню. У нас первое бюрст. Ну, тут все получается по-английски написано, друзья. TL видео, TL фото, это видео. Ага, переключается на видео, на фото. Потом просмотр получается. Просмотр видео здесь, друзья, вот смотрите ближе. И здесь просмотр фото. А вот здесь настройки. Давайте перейдем в настройки. Что здесь есть в настройках? Ого, надо... Ага, здесь пленка, друзья. Надо содрать пленку. Так. А ну сейчас пробуем. А что она что-то не это? Ага, экранчик получается не сенсорный, что ли? Ага, да, не сенсорный, хорошо. Так. Выбираем. Получается, чтобы в меню, идти по меню, то получается вот этой кнопкой. Включение-выключение камеры. А если уже выбирать, то получается вот этой сверху кнопкой. И вот видео, фото, ага, видео. И вот выбираете, получается, 4К на 30 FPS, 4К на 25 FPS, 2,7К есть. И вот выбираете. Вот 1080p на 60 кадров в секунду. 1080p на 30 кадров в секунду. Ага. Так. Выходим. Выходим на эту кнопку. Идем дальше. Фото. Результ. Фото. Посмотрим, что фото у нас здесь. Ага, фото снимает в 14 мегапикселей. Все, выходим. Видео интервал. Ага. Давайте посмотрим. А, можно выставлять каждую минуту, чтобы она включалась, получается. И 5 минут. Включается-выключается. Или через каждую минуту может снимать. Включаться, снимать и выключаться. Что-то такое. 1 минута и 5 минут. Идем дальше. Так. Ага. Выходим. Low pick video. Это не знаю что. Давайте посмотрим. On-off. Выходим. Идем дальше. Идем дальше. Time stop. Экспозиция. Ага. Давайте посмотрим. Burst mode. Tell photo interval. Tell photo. Посмотрим, что это. Off on. Выйдем. TL Video Results. Так, ладно. Он off. Чуть-чуть неудобно. Если бы был еще сенсорный экран, друзья, то было бы удобнее. Так, чуть-чуть неудобно. Ага, язык, друзья. Есть язык. Вот Langury. Ремонт, контроль, дата и время, настройка. Музыка. Ага, тут такие довольно богатые настройки. Давайте зайдем на язык. Зайдем, язык поставим русский. А что ж? Вот, русский язык поставим. Русский язык поставим. Итальянский язык, довольно много языков. О, вот русский есть, вот ставим русский язык. Все. О, все, друзья, она нас переключила, получается, на русский язык. Все, здесь уже более так понятно, что здесь уже, получается, означает. Так, язык, потом удаленный какой-то.
Посмотрим, что это. Включить, выключить. Так, выходим. Дата и время, друзья. Ну, это потом наведу. Дальше идем. Звуки. Звуки. Скринсейвер. Энергосбережение есть. Формат есть. Сбросить все есть. Версия. И версия камеры, скорее всего. Да, HS+. STD Экик. Так вот, друзья. Ага. Вот так вот, друзья. Размер фильма, разрешение, интервал видео. Я вам так все прочитаю по-русски, потому что там было по-английски, то я так, друзья, ну не знаю, как оно там переводится. А сейчас вы уже по-русски. Так вот, еще раз пролистаю. А потом уже, друзья, буду, уже в следующее видео уже буду снимать как бы на эту камеру. Такая она по весу. Где-то так грамм 50, может 100. Такая тяжеленькая. Итак, давайте по меню. Размер фильма первое. Так, чтобы вам было видно. Не, надо до конца пролистаем. Просто по меню пробежим. Разрешение. Экспозиция, режим серийный, телефото интервал. Довольно-таки хорошие настройки, богатые, друзья. Язык, ну. Так, ладно, выходим. Все. И потом уже карточку, когда втыкну карточку, то уже буду снимать. Такая вот камера, друзья. Вот еще раз показываю. А, здесь вот тоже пленочку содрать. Два экранчика. 4К плюс. Эйкен. Вот такая вот. Я хотел себе, друзья, покупать БУ камеру. Ну, GoPro хотел четвертую брать. Для начала. Но взял, лучше взять новую. И все. Лучше взять новую, и она чуть-чуть прослужит. Ну, как говорится, да, Китай, ну. Китай просто, ну как сказать. Китай, зато новый Китай. Такая вот камера, друзья. Все, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайком. Всем пока и до скорой встречи и до следующего видео, друзья. Всем пока.